Вас приветствует творческая мастерская «Счастье в подарок». Меня зовут Виктория, и на сегодняшнем мастер-классе я покажу вам, как сделать вечный календарь. Что для этого нужно? Для этого нужна заготовка для вечного календаря с кубиками, трафареты, цифры и месяца. Также нужна морилка на водной основе любого цвета, текстурная паста, кисти, мастихин, наждачная бумага, а также любая картинка, которую вы приклеите в виде изображения на ваш календарь. Приступаем к нашей работе. Чтобы нам сделать такой календарик, нам нужна морилка. Морилка на водной основе. Мы берем и красим наш календарик. Наши детали к вечному календарю покрашены и высохли. Будем делать цифры. Наклеиваем трафарет. С помощью мастихина будем накладывать текстурную пасту тонким очень слоем. Наложили. Теперь снимаем наш трафаретик и получаем объемную цифру. То же самое мы делаем и с месяцами. Наклеиваем наш трафарет аккуратненько. С помощью мастихина наносим текстурную пасту. Теперь нам надо сделать с обратной стороны календаря вот такой цветок. То же самое, мы берем мастихин и делаем через трафарет объемное изображение. И вот что у нас получилось. Наносим с помощью кисти и клея салфетку. И получаем изображение. Все фиксируем лаком. Я желаю вам счастья с утра и до вечера.